Добрый день, дамы и господа, с вами я, Биг Блэкмен, и мы продолжаем проходить Бэтмен Аркам Найт. Ну что ж, погнали. Так, спасите Оракула от рыцаря Аркама. Встретитесь с Найтвином, узнайте у него, где находится пингвин. Ясно. Так, в прошлый раз, ага. Мы Минку уничтожили, Чибомбу, и едем на миссию, да. До этого Аркама сраного. Попёрли. Опс. Кингстон. Блин, новый уровень, что они там мне могут дать? Сейчас посмотрим. 2 очка. Так, выстрел Бэткога, ты врага, я глушить его. Да, давай, пускай будет. Бэткога, прокачан. Так, сус, тут чего? А, вот, Найт, все по крышам шастаешь? Тебе не стоило сюда приходить, не сейчас. Ты шутишь, когда я узнал о Барбаре? North Refrigeration. Говорит, что узнал. Пингвин тайно перевозит оружие из Бладхейвена на грузовиках и рефрижераторах. Думаю, он складирует оружие прямо тут в Готэме. Вопрос где? Через Кобл пытаюсь шанс выйти на Барбару. Если я перехвачу один из его грузовиков, он придет меня прямо к его тайникам. То бы мог тебе помочь их отследить. Ну не ты, козел. Вот он тебе и грузовик. Чего смотришь? Ты думал, что я приду без плана? Я сам справлюсь. Ты нужен Blood Lohaven. Да ладно, Брюс, позволь мне помочь. Ты не справишься в одиночку. Это слишком опасно. Я не хочу еще кем-то рисковать. Bloodhaven нуждается в тебе. Ладно. Намек понял. Все равно возьми вот. Будешь следить за грузовиком. Это прототип прямо из лаборатории. Старина Фокс в этот раз. Там что-то там. Дисфруктор. Дисфруктор. Фруктами стреляет. Так, возможность саботажа, оружие, оборудование, слежение за транспортом. Ясненько. Типа жучки стрельба нет. Так, давай. Так, я могу отключить вражеское оружие с помощью саботажного прототата. Выбрать. Где он тут саботажный пушк? И чё? I've only got 3 shots. У меня есть всего 3 выстрела. Надо тщательно выбирать цели. Саботажный патрон. Ага, по оружию. The disruptor again. It'll explode when fired, knocking out the user and flooring anyone nearby. А это что такое? The crate's electrified now. Так, теперь контролируем поток. Кто в него полезет, тот получит по рукам. Equipment sabotaged. Так, правда, вы быстро, пожалуй, пора представиться. Полетели. Давайте. Представляемся. Я Бэтмен. Вот так, хоп. Не попал. Ой, и что там? Не повезло кому. Ух ты шо, круче Мортала, бруталити. А, сука. Хоп. Чё ты? Да что такое? Я внутри ящика. Все, всех раскидал. Так, посмотрим. Полный грузовик оружия и взрывчаток. Так, выстрел по машине с дезинфруктором, маячок, слежение я смог сделать там. Тра-та-та-ра-та-та-та. Постучал. Лучше поместить машину. Ага. Ладно. Так. Оп. Понял. Теперь можно стучать. Привет.
Нет, нет, что это? Нет, нет, это Бэтмен. Валим отсюда. Вовремя. The vehicle tracker will remain locked, even through buildings, as long as I keep the target in view and within range. Я понял. Короче, надо проследить за машиной, на которой я поставил жучок. Они меня придут прямо к этому уроду, пингвину. Конечно, получится что-то. Просто дави на газ. Так, видишь, я за рулем. Ладно, ладно, я его вижу. Ладно, вижу. Думаешь, оторвались? Откуда мне знать? Конечно, оторвались, ты шо? Махина. Такая махина. Пингвин обещал, что будет все так просто. Это ж пингвин. Слава богу, мы оторвались. Ну, да. Получилось, правда получилось. Черт, Бэтмен. Пингвина у них получится догнать. Конечно. Так, чтоб меня не увидели, уроды эти. Ведите меня, пингвину. Где ваш босс? Извините, если у меня голос стал еще хуже. У меня нос забитый. И так-то тихо говорят, вообще жопа. Вот куда-то они приперлись. Ой-ой-ой. Куда это вы? Да. Кто-то за вами следил? Бэтмен. Ну мы оторвались, типа того. Да. Чего? Добраться до тайника оружия пингвина. А чё это оружие? Кто? О. Ты чё? О, привет. Ты видишь меня, уже не видишь. Конечно. Да. Давай, пад. По одному я вас так и повалю сейчас. Вот он. Давай его, блин. Главное снова сбить, а там уже. Где вы еще? Не попал. Все, храпеть лег. Так, слушай, чатик у нас охраняется. Вероятно, там проход внутрь. Добрись до тайника с оружием. Допроси пингвина. Ясненько. Нет, залезть не надо. Ниже, ниже. Так. Кто тут? Кроме этой херни. Тоже дерьмо. Чё там, где? Всё. Такс, такс, такс. Мне надо ещё ниже спуститься. Я понял. Такс. Такс, такс, такс. Тут чё такого нет? Какая-то херня. Ну чё, нифига.
Чё ты там? Делаешь что-то. Пойдёт? Что будем делать с Бэтсом? Бэтмен, не волнуйтесь, Бэтмен, он скоро исчезнет. Ну понятно. Да, оторвались от него, лузер. Хорошо, вы отрываетесь. Вот весь будет. Даже не знает, что ты здесь. I know, it's been hard. But look on the bright side. We're bloody. The Arkham Knight, Barbara Gordon. The Arkham Knight. Да, Барбара Гордон. Так вот, значит, такой речь. А дочурки комиссара полиции? Хоп. Ну, сука, в яйца. Ох ты. Ты так круто. Говорили, я переломайте все кости, Кабблбот. Они пошли искать кого-то хмыря Саймона Стега. Он вроде как владелец какой-то фармацевтической компании. Ох, красавчик. Не ври мне. Я маленький такой коротышка. Я не вру, клянусь. Они сказали, что он собирается покинуть Готэм. Это его дирижабли висят на западной... Ага, рекой. Пинтон, опусти его. Получайте. Тебе точно не помог. Пугало тебя сломают, уж поверь мне, тебе конец. Держите ее крепко, парни, разработать над ним ударом. Смотрите и учитесь сейчас ее в башку. Опа, это кто? Это так ты справляешься, да? Не волнуйтесь, потом поблагодаришь. Знаете, сука. Офигеть. Шоп. Ох, и я получил бару. По таким толпам. Да трубаешь, мать, сука. И тебе, сука. И мне, сука. Что вы меня рубите, вы? А вот так. Ох. Разошелся. Знаете, это бред, где на горб. Да давай уже. А у них что, Новый год? А, там еще один спрятан. Присанул нахуй, нормально. Так, нельзя, чтобы это оружие попало на улицу. Тайник нужно уничтожить. Давай уничтожьте тайник. Пошли. Оп. Так, а что тут еще? Тайник нужно уничтожить. Так, Брюс, позволь мне тебе помочь. Ситуация под контролем, говорю тебе. Возвращайся в Блэдхэвен. Все, что здесь творится, касается и Блэдхэвена тоже. Я нужен здесь. Учитывая количество оружия, которое Питтин продавал вот где-то... Тра-та-та. У него наверняка есть другие склады в город. Поищи здесь улики. Глядишь, найдем остальные грузовики. Да, поищи пока. Так, взрывательный гель. Так, блин, не гель надо. Что делаешь? Ой, трещать ты. Так, давай смотреть, что там. Let's see.
We've got a pile of explosives. You've got explosive gel. It doesn't take the world's greatest detective to figure this one out. То есть тот мозг зарешился без. Нажмешь на курок, и мы погибнем оба. Так надо это того. Пошли эти. Закроем хранилище. Тогда бахнем. Пожалуйста, что ты делаешь, Бетс? Ну брось, не запирай меня там. Я все сделаю. Хочешь, белье тебе постираю. Сделай Альфреду помогу. Сделаю. Ну ты козел. Я хотел бы остаться. Так, достаточно близко, чтобы отойти от хранилища. Слишком близко взрыву нельзя, я понял. Давай свалим. Вот так. О, годится. Так. Есть. Да. Альфред, find out everything you can. Альфред, найди все, что можно по Саймону. Фармацевтический магнат, конечно, сэр. Трататевичу. Так, что тут у нас? Старая добрая засада. Жди там, Бэт. Ставь это чербанов старому дядюшке Джей. Отправились, хотя давненько не занимался. Закостенел чуток. Так вот. Гонит. Так, что-то... Так, где это? Пукалка. И как нам отсюда выберет нам нас? Смотри, бесцелесное существо. На мне не смотри, говорит. Нет. Да. Ты не можешь остаться там всю ночь. Попробуй мыслить нестандартно. Образно говоря, выгляни наружу. Охренеть. Если я отпущусь, меня сразу же убьют. Убьют другое решение. Что-то упускаю. Это точно. Какой-нибудь сыр полезный гаджет. Гаджет. Машина. Большой такой гаджет с пушкой. Иди вот. Правильно, вроде бы, да? Вот он, гаджет. Прежде чем включить дистанционное управление, надо обозреть всех ваших. Кого-то промазал, да? А, подудник васанул. А вот так. Все. Люто. На твоем месте я бы просто расстрелял. Альфред, что ты нашел, бросая на стека?
Так, генеральный директор Stealth Enterprises. Эта фирма специализируется на медицинских исследованиях и разработках. Гугал направляет дирижабль в Стега, я последую туда же, пока что это единственная зацепка. Анализ угрозы показал, что остров основатель находится в радиусе действия радиолокаторов и пусковых установок. Как только он выйдет на остров, они засекут Бэтмобиль. Не волнуйся, Альфред, я отправлюсь туда пешком, по крышам здания. Найди семитическое тра-та-та. Конечно, удачи, сэр. Что за привычка тра-та-та? Ты шо? Так, найдите способ проникнуть на дирижабль Stealth Enterprises. Тра-та-та. Блин, то чучело орёт. Так, сэр, дирижабль Stealth зацеплен на привязи. А, это эти уроды между собой. Scarecrow. Это типа пугало. Scarecrow — это пугало. Мудило. Бах. Территория. Ну и молодец, что это твоя территория. Ты ж воды боишься, так что... Выбор невелик. Так тоже быстро. О, как-то под краном. Погодка, конечно, бомба. Я такое люблю, когда дождик идет. Праздничную погодку обожаю. Давай. О. Так, эти чучела могут спалить. Надо, чтоб не спалили. Так, я на месте почти. Так, пойти за дирижабль Стега. Поставили на сторожевую басню. Башня Трельда. Чан нужно обезвредить ее. Похоже, башня управляет с главного командного пункта. У этого бойца есть устройство, которое отслеживает меня в дневном режиме. Если я пробую слишком долго, он засечет меня, я понял. Офигеть. Так. Где-то чем у вас так? А ты некая. Оп. Давай. Дебил. Ха, косой. Давай отключим. Отключаю, выбрать взрывчатый гель. Так, гелё. Да, ясненько. Вовнутрь туда. Начвякаю. Готово. Все. То и требовалось доказать.
сразу Альфреду. Я их удержал, что здесь? На исходных чертежах видна служебная рубка, которых возможно пасть сверху держабли. Похоже, что это мистер Стех весьма озабочен секретностью своих разработок. Доступ будет затруднен. Спасибо, Альфред. Луциус, как там устройство удаленного злого? Кажется, оно мне понадобится. Вам стоит добавить к рабочим требованиям местное видение, мистер Уэйн. Я заряжаю устройство новейшей программы для злого бункера нового International Plaza. Можете забрать его там. Значит, мне туда надо отправиться. Возьмите устройство удаленного злого на верхнем этаже Уэйн International, мазафакер. Поехали. Где она там? А, не сильно далеко. Бери. Какая-то мобила какая-то. Так, устройство удаленного взлома. Дешифратор. Устройство комплектного взлома удален. Запускает жесткие объекты и ловушки. Ясно. Сейчас попробуем. Подупим чуть-чуть. Сверху держабли есть технический люк. Проникнуть внутрь поможет устройство удаленного взлома. Хорошо. Возвращаемся. На дирижабль. Понимаю, почему тебе здесь нравится. Говно. Пошел ты в жопу. Вперед, давай уже. Знаем ответ. Так, где этот дешифратор? Вот он. Нет. Блин, ну Джой, пока выберешь. Так, давай, дешифрируй. Чё? Ага. Взломать. Блин, Джей такой, конечно, чувствительный, чуть нажалось. Как на Джоях вот это взломал. Надо, может, на мышке. Охренушки. Так, а клавиатура. Вот. Да, пришлось на клавиатуре мышки взламывать, потому что на Джои вообще нереально просто. Поехали. Оп. Дирижабель. Да, это фиг взломал. Работает, конечно работает. Да, прикольно сделал. Что он умеет? Ни хрена. Да. Поехали. Что все Бэтмен, Бэтмен, все у вас Бэтмен. Так, загадочник. Пошел в жопу. Так, нет. Солдаты используют беспилотник. Если я скачаю коды безопасности солдат, управляющий беспилотником, то он направит беспилотник против них. Так.
Да, конечно, вот на Джое этим удаленкой работать. Так, надо бить солдата. Чё? Вот так, я понял. I've got the codes. Now I can turn that drone against us. Готовка. Прекрасненько. У меня есть кодик. It's locked electronically. Так, заперт, if I can find the control panel, I should be able to override it with the remote hacking device. Давай искать. Удаленный взлом, банал. Короче, крутая штука. Так, опять клавиатура с мышкой приходят на помощь. Да, на Джое, чё ты так сделаешь? На Джое нереально. Белки, пароль принят. Так, вижу, вы проникли внутрь, удалось ли найти вам мистера Стага? Еще нет. Здесь уже побывали рыцари Аркама, люди пугало вокруг, одни трупы. Должно быть, они что искали, что они затевают. Сначала позаботься о безопасности Барбары, а ими я займусь позже. Но, сэр, если вы арестуете пугало, весь этот кошмар закончится. Вы спасите город. Мисс Гордон поддерживала бы такое решение. Больше никто не умрет, Альфред. Ну что ж, дорогие друзья, давайте на этом закончим видео. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, пишите комментарии. Еще раз спасибо вам и удачи вам всем. Пока.